Поздравить рязанских полицейских на торжественное собрание в Главном управлении полиции пришли руководители областных и городских органов власти. Перед началом мероприятия участники почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников. Ведь только в нынешнем году отдали свои жизни, выполняя долг и защищая правопорядок, 135 правоохранителей по всей стране. Этой темы коснулся и министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в телеграмме, обращенной к личному составу рязанской полиции. Одной из главнейших задач, по мнению министра МВД, несмотря на все трудности службы, является повышение доверия общества к работникам правоохранительной системы. Сейчас МВД России – это современная, технически оснащенная и динамичная система, которая не уступает о погоде параметрам и превосходит полицию других стран. Безусловно, главный вклад в позитивные перемены вносят ее сотрудники, рядовые и офицеры, участковые и оперативники, патрульные, дорожные инспектора, следователи и многие другие. Личный состав министерства достойно выполняет поставленные перед нами задачи, служит России и закону. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев также пожелал работать для защиты интересов простых людей. По его мнению, необходимо сохранять и кадровую преемственность в полиции. Полиция или ОМВД по Рязанской области, да в целом Министерство внутренних дел, в целом сама система стала гораздо мощнее, стала работать более качественно, стала более доступна людям, и авторитет в обществе повысился. Это говорят многочисленные социологические опросы о том, что авторитет Министерства внутренних дел, сотрудников полиции, он повысился. И мы на правильном пути. Надо продолжать просто это делать, продолжать работать так, как мы работаем, применять новые методы и новые формы взаимодействия с населением, потому что без опоры на общество крайне сложно решить те задачи, которые вы решаете. А задачи тоже очень непростые, они очень сложны. Далее по традиции подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего молодого сотрудника. Этого звания по решению ветеранов органов внутренних дел удостаиваются молодые представители основных полицейских подразделений уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ДПС, вневедомственной охраны. Николай Пилюгин и Олег Ковалев наградили сотрудников за отличные служебные показатели.